Это было необходимо уже давно. С промплощадки бывшего усолья химпрома начали вывозить ядовитые химические вещества. Уже забрали 92 тонны. Все они относятся к первому чрезвычайно высокому классу опасности, то есть способны нанести окружающей среде наиболее серьезный вред. Их отправят на полигон, принадлежащий красноярской компании. У нее есть площадка, на которой можно утилизировать вещества такого класса опасности. На ликвидацию потратят почти 30 миллионов рублей. Деньги выделены из областной казны. Однако говорить о том, что территория усолья химпрома очищена от угрозы, очень рано. Там все еще остается почти в два раза больше химических веществ, чем уже вывезли. Они относятся к первому, второму и третьему классам опасности. Оставлять их на промплощадке, конечно же, не будут. Сейчас готовят необходимый пакет документов, чтобы продолжить работу по дальнейшей ликвидации. Проблема утилизации опасных веществ остро стоит в Усолье еще с момента закрытия химпрома. На его территории не раз были зафиксированы происшествия разного рода, в том числе утечки веществ, а также кражи зараженного металла. Это вызывает серьезное беспокойство у жителей всего региона.